Брынза, запеченная в духовке, очень простое в приготовлении и вкусное блюдо на балканский манер, что-то похожее часто готовят в Болгарии, бывшей Югославии. Пожалуй, мое любимое болгарское блюдо – брынза, запеченная в духовке с овощами. Если брынза хорошая, свежая, то блюдо всегда получается чудовищно вкусным. Сколько готовлю, не надоедает ни мне, ни моим домашним. Итак, готовим брынзу, запеченную в духовке. Досматриваем ролик до конца и записываем ингредиенты. Подписывайтесь и ставьте лайки. Нам понадобится: брынза 300 грамм, помидор 1-2 штук, красный сладкий перец 2 штуки, сливочное масло 30 грамм, яйцо 2-3 штук, специи по вкусу, чибер, паприка, соль, петрушка по вкусу, количество порций 2. Подпишись и поставь лайк, чтобы не пропустить следующее видео, которое поможет вам вкусно готовить. Всем добра, заходите еще.